Полицейским поступило несколько сообщений о кражах со схожим сюжетом. Неизвестные разбивали стекло в автомобилях и похищали все ценное. Чаще всего этими вещами оказывались магнитола и аккумуляторы. Общая сумма добычи воров составила более 20 тысяч рублей. Преступники не утруждали себя размышлениями о последствиях и ограбили машины, которые были припаркованы на одной улице недалеко друг от друга. Полицейским удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались 18-летние местные жители. В доме одного из них нашли похищенные вещи, которые они планировали продать. В отношении подозреваемых следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Максимальное наказание предусмотрено данной статьей лишение свободы на срок до 5 лет. Задержанные признали свою вину в содеянном. Ирина Нурматова, Марина Якубишина, Десна ТВ.